Минске подготовки. Тюмень дзюдо. Уважаемые друзья, сегодня на наши интересные вопросы отвечает мастер спорта международного класса по дзюдо, спортсмен Центра олимпийской подготовки Тюмень дзюдо, член сборной команды основной России Казбек Замкишиев. Казбек, хотелось бы узнать, как ты справился с периодом самоизоляции, возникшим из-за коронавируса? Приветствую всех. Коронавирус... Честно сказать, мне пошло на пользу. Я не болел, ничего, но с 2010 года я все время на сборах, перелеты туда-сюда, и у меня уже усталость большая появилась психологически, и этот карантин мне пошел на пользу. Я отдохнул дома эти 2-3 месяца. Восстановился душой и телом, и уже все к новым стартам, к новым тренировкам. То есть, когда узнали, что именно соревнования перенесли, сильно вообще расстроились, сильно было, нет? Именно что стартов не расстроился, я же весовую категорию поменял, теперь в тяжах, придется мне очки набирать, в рейтинг входить. Так что я не расстроился. То есть вы были в 100 килограмм одним из лидеров, сейчас перешли в тяжелую. Какие особенности вообще вот в тяжелой весовой категории, да? Что изменилось в подготовке, какие ожидания в этом весе вообще у вас на международной арене? Ну, я еще не боролся на международной арене. Должен был в Екатеринбурге побороться, но отменили из-за карантина. А так тренируюсь, как обычно, уже вес... 110-112 набрал. Ага. Ну вот в составе клуба «Новый поток» у вас же были схватки в тяжелом весе. И много там вы выиграли, в принципе, да? Так-то с тяжами мне легче бороться. Потому что я чуть скоростнее них, меньше вес. И, не знаю, посмотрим, я еще на мировой арене не пробовал свои силы. А с кем, Казбек, вот тогда, с кем из Тюменской области, может, из сборной России, с кем удобно вот отрабатывать, стоять вот именно в отработке технических моментов? Кого вы можете выделить? С кем вот интересно вам удобно? Выделить у меня теперь, так скажем, не спарринг-партнер, а соперник, это Туменов, Пилипчук, я с ними отрабатываю, так что... Они удобные соперники, удобные пары, но хорошие парни, удобно с ними тренироваться. Казбек, у вас двое прекрасных детей. Хватает ли времени, вообще хватило ли времени, чтобы побыть с ним? Вот, может быть, коронавирус опять же в плюс, да, вам удалось побыть? Я дома 3 месяца побыл, дети рядом. С рождения, с ихнего рождения я дома так долго не находился, все время приезжал, уезжал на недельку, 10 дней, и сейчас так получилось, я эти 3 месяца с семьей побыл, лошадь купил себе, и катался так. Пошло на пользу, да? Пошло на пользу, я знал, что лошадь полезна для спины, у меня чуть спина побаливает, я на лошадь садился. На 5-6 часов просто на лошади катались, приходили, интересно. Кормил, ухаживал, короче, как сельский жил. Да. Казбек, какое любимое блюдо? Умеете ли вы готовить? И разведка донесла, что очень профессионально разделываете барашков, да? Разделывать, да, меня научил дедушка. Я где-то первый раз резал барашку, лет 13 или 14. И у меня с тех пор я вот никто особо не учил, кроме дедушки. Я смотрю, изучаю, как они делают, и стараюсь повторять, когда сам режу. И вроде получается. То есть и баранину умеете готовить, да? Конечно, кто не умеет. А что, какое любимое блюдо из баранины? Из барани шурпа. Шурпа, да? Замечательно. Аж слюнки потекли. Казбек, вы по характеру очень спокойный человек.
что-то вас может вывести из себя, если что-то, или кто-то? Я сказал бы, что спокойный, ну, стараюсь сдерживать себя. Честно, много моментов у меня бывали, что я срывался, и потом, раз время проходит, остываю и думаю, ну, из-за чего. Те же проблемы, когда злишься, когда не сдержался, когда начинаются проблемы. Я стараюсь себя воспитывать, перевоспитывать в некоторых моментах, ну, анализируешь все равно. И стараюсь быть потише. Ну что, мы надеемся, что скоро международные старты будут, поэтому мы желаем вам удачи на новых международных стартах, в новой категории, еще есть шанс заработать олимпийский рейтинг. Удачи, Казбек. Надеюсь, спасибо. Спасибо большое. Центр олимпийской подготовки. Тюмень, дзюдо.